Я думаю, я очень надеюсь, что, что все эти люди, что я их увижу либо за решеткой, либо висящих по Москве на вот этих фонарных столбах. Вот, я очень надеюсь на это. Я желаю им всем, вот кто сейчас отправил десятки тысяч русских мальчиков на абсолютно бессмысленную войну с нашим братским народом, я желаю им всем, чтобы в их кабинеты когда-нибудь зашли ребята типа из правого сектора, как они ходили по кабинетам этих ублюдков жирных, которые вот так же просто... Ну, нет у меня слов.